Полное описание и точки до выхода 7 серии 2 сезона сериала «Великая». 7 серия сериала выйдет в эфир 14 февраля. В новой серии мы увидим, как Павел Петрович, так и не получив долгожданный трон на совершеннолетие, устраивает безобразную выходку. Из Москвы героем возвращается Орлов. Екатерина хочет дать ему новое назначение. Однако Григорий устал и просится на покой. Тем временем, чтобы помочь русской армии, а заодно и Потемкину на войне, Екатерина решает перебросить из Польши на турецкий фронт корпус Суворова. Принцессу Владимирскую, именующую себя княжной Таракановой, поддерживают правящие круги Европы. Всерьез обеспокоенная Екатерина приказывает Алексею Орлову, брату Григория Григорьевича, тайно доставить Владимирскую из Италии в Россию. Нарышкин привозит императрицу в Москву, где она встречается с Иконией Диосифией, настоящей дочерью Елизаветы Петровны. Голицын подбивает Панина на бунт, но тот отстраняется. Голицын посылает слугу к Раскольникам. 7 серия сериала выйдет в эфир 14 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.